Да, Гуапо, правило 16. Революция не заканчивается. Всегда найдется новая война и бар с уродливым барменом. Хуан Кортес? И что же меня выдало, Гуапо? Вижу, я зря трачу время. Умеешь свистеть? Что? Нет, не умеешь. Неплохо, Дани, но это только начало. Первое правило. Хороший повстанец, незаметный повстанец. Muerto el perro, se acabó la rabia. Мы управляем операциями из секретных лагерей по всей стране. Здесь повстанцы живут, обучаются и строят планы. Значит так. Идем, вытаскиваем наших, врагов убиваем. Поставляй припасы. А вот и Дани. Ты придашь нашему движению сил. Так и есть. В лагерях есть двора, торговцы черного рынка, возможность укрыться, все, что нужно повстанцу. Даже самодельный транспорт. Тебе понравится, Дани. Второе правило. Хороший повстанец использует окружение. Эта земля – твой дом, Дани. Ты наверняка знаешь каждый ее квадратный сантиметр. От смертельно опасных джунглей и живописного побережья до вымирающих городков и нашей гостеприимной столицы. Как ты будешь перемещаться – твое дело. Умница. Если не хочешь рисковать, воспользуйся нашими тайными ходами, проложенными в грязи старых революций. Hola, Dani. Как дела? Или можешь рискнуть и действовать прямо на виду у уродов Кастильо. Спрячь оружие, чтобы не выделяться. Взятки. Что там? Саботаж. Перехваты. Иногда болтовнёй делу не поможешь, Дани. Ёлки? Мы их выращиваем? Ну да, для мексиканцев. Как думаешь, эль Пресиденте оплатил пластику Марии? Ладно, езжай. Третье правило. Дикие проблемы требуют диких решений. Эй, его здесь нет. Если ты надеешься на подкрепление, у меня для тебя новости. Наша армия — это ты. Один человек против многих тысяч. Когда припекает по-настоящему, в ход идет все, что есть под рукой. Это называется метод ресольвера. С помощью чего угодно. Хоть консервных банок, хоть аккумуляторов, хоть мотоциклетного двигателя. Можно улучшить наше снаряжение. И сделать уникальное и смертоносное оружие. Вот это другое дело. Это рюкзаки Супремо. Я лично их мастерю. Любой из них позволит тебе в одиночку сражаться за целое войско. Мы же оба знаем, что тебе этого хочется. Ты повстанец. А для таких людей бешеный стук сердца, когда ты в засаде. И сладкий вкус победы, когда освобождаешь свой народ от тирана. Это... это... это весело. А, и самое последнее правило. Хороший повстанец всегда берет с собой друга. Для... моральной поддержки. Играй в эту игру на новой консоли Xbox.